любовь нечаянно нагрянет. Тум, когда ее совсем не ждешь, тум, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь. Удивительно хороший вечер готовят для своих зрителей солисты Сочинской филармонии. На сцене вокальный ансамбль «Сочи Соло». Уже завтра они споют в Зимнем театре на спортивном аккорде. Так называется концерт, посвященный пятилетию со дня открытия в Сочи зимних игр. На главной концертной площадке курорта также выступит ансамбль «Казачья песня Люба» и солисты филармонии Татьяна Студина, Элеонора Моисеенко и Кирилл Житков. Задействовали сразу две площадки, и Зимний театр, и органный зал. Хотим, чтобы они стали таким местом притяжения для всех, кто стал частью олимпийского движения. Мы приглашаем всех принять участие в этом событии, прийти к нам в Зимний театр. Ну и, конечно, там, в соответствии уже со статусом этой площадки, будет красивое мероприятие с классической музыкой, с выступлением солистов Сочинской филармонии. Музыканты готовятся к концерту, который пройдет 8 февраля в зале органной и камерной музыки и тоже будет посвящен Олимпиаде. В органном зале прозвучит программа «Разгуляйся, народ». Оркестр народных инструментов «Русский сувенир» представит лучшие образцы народной классики, оригинальные обработки популярных современных мелодий, а также казачьи песни. Услышат зрители и балалайку Андрея Венникова, солиста «Русского сувенира». На концерте он сыграет романс «Темно-вишневая шаль». Кстати, со своим инструментом он не расстается уже 18 лет. Сделан он был на заказ. Инструмент этот делал мне мастер Олег Федоров, санкт-петербургский, в 2000 году. Делал под заказ специально для меня. То есть он маленько другой формы, не так, как у всех. За счет этой формы она получилась более яркая, более мощная, мощный такой инструмент, который пробивает залы. Ну и в то же время он нежный. То есть она может и петь, и разговаривать, и ругаться, как и все. То есть живой инструмент. Пятилетие Олимпиады артисты Сочинской филармонии вместе со зрителями отметят ярко и музыкально. Праздничные концерты состоятся 7 февраля в Зимнем театре и 8 в зале органной и камерной музыки. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.